Андрей Малахов похвастался черно-белым фото из личного архива. Поклонники отметили, что за 40 лет шоумен мало изменился. Малахов поделился в личном микроблоге новогодним настроением. Телеведущий опубликовал снимок с детского утренника. В кадре 6-летний Андрей, облаченный в костюм гусара в компании ровесников, позирует у елки. По словам шоумена, фото было сделано в 1979 году. К слову, на снимке также присутствует Евгений Рудин, более известный как диджей Грув. Знаменитости ходили вместе в детский сад, а после учились в одном классе школы в городке Апатиты. «Вот так я встречал новый 1979 год, еще не знаком с Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе в фильме «Гусарская баллада» и Андрея Миронова «Елка» в детском саду «Воробушек» с участием собака Джгрува Расси. Теперь главный вопрос, какой костюм выбрать 40 лет, здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены». Прим. Ред. Подписал публикацию Малахов. Отметим, что поклонники сразу нашли на снимке шоумена, он стоит в самом центре, улыбается и смотрит куда-то вдаль. По мнению многих комментаторов, Андрей ничуть не изменился. Вообще не изменился, тот же костюм и весь ДС воробушек от Копати на передачу к вам. Андрей, вы не изменились, такой же душка. Точно узнала по улыбке сразу можно узнать, не читая пост. Эти ушки видны издалека. Андрей, вам и костюм не нужен. Вы и есть принцы. Красивый, умный, успешный и счастливый. Писали интернет-обыватели.